Для жителей Хакасии остается непонятным, почему в садики детей водить нельзя, а развлекательные центры можно. Этой ситуацией заинтересовались в Общероссийском народном фронте. Там изучили опыт других регионов, например, в Кемерово детсады работают уже месяц. Разумеется, с учетом всех требований безопасности, измерения температуры, масочный режим, более частая уборка в группах и дезинфекция. К росту числа заражений это не привело, а родители спокойно вышли на работу. Сегодня свое предложение открыть детсады с такими же условиями инспекторы ОНФ направили в правительство Хакасии. Для правительства, конечно, такая позиция, ну, засунуть голову в песок и снять себе всякую ответственность, просто все запретив, но она с точки зрения безопасности своих позиций, она, конечно, ну, идеальна. Но мы видим, что на другой чаше весов находится у нас социально такая вот сложная ситуация. Это доходы семей, тысяч, может быть, даже десятков тысяч, можно говорить о такой сумме. То есть, конечно же, с нашей точки зрения правительство должно учитывать и этот фактор, не просто себя обезопасивать.